Всем привет, с вами Эсти. По просьбам в комментариях под прошлым выпуском издевательство в фотошопе я решил сделать издевательство в фотошопе над персонажами Madness Combat. Кто не знает, что такое Madness Combat, я вам скажу. Это мультсериал, на котором не стоит 18+. Хотя этот мультсериал вполне нуждается в отметке 18+. Ладно. Первое, с кого я начну, это сам главный герой. Кто догадается, кто это, тот попадет в следующее видео. И должен будет написать в комментариях. Вот у нас вот такой вот Хэнк. Так, посмотрим, что там мы можем отыгрывать. Так, видео. 3D. Посмотрим, что будет. Не, ничего. Что я сделал? Так. Установил так. Размытие. Давайте что-нибудь. Что за? Нажимайте. Фильтр. Шум. Меню. Где это? А вот пластиковый трек. Где? А. Цвет маски красный. Может, твой. Пурпурный. Так. Опа. Опа. Это dance party. Дискотека. Что у него? Господи, как его? Дискотека. Дискотека. Дискотека это, дискотека это. Вот такой вот буквально я прихожу после дискотеки. Теперь переходим к другому. Кто угадает всех здесь персонажей, тот увидит следующее видео. Теперь у нас вот такой вот, который может... Что он может использовать эту штуку, если на тебе, если ты не поставишь лайк. Так, смотрим. Так. Смотрим пластику. И чё? Нет, это уж слишком. Файл. Так. Нет. Нет. Нет, это. Я не это хотел. Так. Это не размытие. Думаю. Так. Вот, как? Ладно, придется с самого начала. Мне пришлось перезапустить, пока на Adobe Photoshop. Ладно, сейчас загружу картинку. Вот у нас картинка. Ура, я могу его нормально. Так. Короче. А где тут искажение? А вот пластик. Так, сейчас. Вот так. Посмотрим, что мы сейчас будем. О! Это уже какой-то. Что это такое? На что это по-вашему похоже? Напиши в комментариях. Мне это похоже на громкоговорилку. Он сейчас будет спать. А в комментах, если вы не подпишетесь. О, вот это у него катана будет огромный. Вот это у него будет вот такая вот штучка. Это что у него такое теперь на голове? Почему? В принципе, нормально. О, что это? Что это из него?
Что это по-вашему похоже? Напишите в комментариях. И это ни на что не похоже. Это капец. Это... Ой, всё, разломали. Не, всё, это уже не... Это уже непонятно, короче, всё. Всё, 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 всё. Вы посмотрите, Рональд Макдональд приехал. Ну ладно, сейчас будем. Если он не даст бургер, значит... Вот, всё. Рональд Макдональд не даёт бургера. Он за это получит. Вот тебе рука нормальная такая вот. Вот такая. Это больше похоже на змею, чем на руку. Ты что? О! Какая-то что? О! Что это у него такое? От этого клоуна тут точно будет торжать. Вот это у него руки. Так, все, это слишком безумно. Все хорош. И последний у нас. Кто угадал всех, тот попадет в следующее видео. Если вы знаете, кто это такие, напишите в комментариях. Только истинные фанаты Манис Комбата догадаются. И тот, кто угадает эти персонажи первым, тот попадет в следующий видео. Он пытается Манис Комбата. Так. Респиратор. Рука. Ноги. Раз. Он... Это что? Это что такое? Капец. Мне кажется, этого хватит. Тут уже не видно... Тут уже не видно агента. Вам подсказочка. Это агент какой-то? Здесь он? Капец. Вот посмотрите только. О! Такое может прийти к вам, если вы подпишетесь на мой канал. Серьезно. Ну ладно, все хорош. Это слишком безумно. Ну ладно, на этом с вами заканчиваю данное видео. На какой вы картинке заржали, пишите в комментариях. С вами был я, Стив. Всем пока! Так, пока всем!